Сейчас вы посмотрите новую серию Пиксельмона. И если вам захочется посмотреть еще одну новую серию Пиксельмона в этот же день, то вы можете поставить лайк под этим видео и поставить лайк под тем видео, на которое вы сейчас видите ссылку на вашем экране. Если под этим видео наберется 100 лайков, и если под тем видео наберется 100 лайков, то есть на каждом видео должно быть по 100 лайков, новая серия Пиксельмона выйдет в ту же минуту. Дата выхода серии зависит полностью от вас. Все, что от вас требуется, это ставить лайк на новой, последней вышедшей серии Пиксельмона и на том видео, на которое будет появляться ссылка в этом видео. Ставьте лайки, смотрите новые серии Пиксельмона и всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, я так думаю, что в этой серии мы, наверное, все-таки пойдем в шахту в поисках фосила. Согласитесь, ребята, что нужно пойти, нужно найти хотя бы один фосил. Давайте сначала вот это все поменяем. Так, где оно? Вот. И хилок у нас вроде больше нету. Так, тут что мы можем? Что мы можем? Вот это. Еще 4 алмаза уже. 5 алмазов. И больше... Нет, еще вот тут мы можем. 7 алмазов. Так. И принц... Нет, еще мы можем вот это продать. 9 алмазов, ребята. Отлично. Так, все, больше мы ничего не можем поменять. Зато, ребят, сейчас мы идем, все это выложим. Так, сейчас. Все, так, все. Инвентарь, в принципе, все мы сейчас можем выложить. Но сначала давайте зачарим мы себе мотыгу. Ух, какую жопу мотыгу. лопату. Silk Touch. Пускай будет, ребята. Нам же нужно будет гравий копать, да? Ну, так как действительно мы идем в шахту. Джангл... Опять Мью заспавнился. Да? Заспавнилась. Так. Ладно, сейчас, давай, так, вот, давайте возьмем вот это. Так, и давайте возьмем немного угля, чтобы сделать себе факела. Факела, да. И по... Это кто там у нас? Иви! Ух! Ладно, ты пускай там пока что... Да, ух, еще и Басяр, а Басяндра заспавнился. Мью. Вот он Мью. Она... И... Ладно, всегда что-то путает. Пофиг. Ну не то, что пофиг, но пускай... А, она уже пропала. Да, она уже пропала. Ладно. Да и нет смысла просто-напросто туда было идти, если бы, например, это... Шайни, да, было бы. И Иви тоже пропала. Ну чё ты? Ладно. Пойдемте, ребята, в шахту, но сначала мы выключим шейдеры. Потому что в шахте шейдерами это просто сдуреть можно, честно. И пойдемте, например, куда-то вот сюда. Пофиг. И давайте сразу зароемся куда-то в шахту. На какую-то там высоту, хотя бы там, не знаю, 20. Ух, как быстро копает. Вот ты капут. Нужно зарыться хотя бы на 20-ю высоту. Я там уже... Вот. Тут, в принципе, будет нормально. Сейчас главное найти какую-то шахту. Да где там вода-то течет? Где-то... Ну-то ты вообще прикалываешься.
Вето тут. Или во. Так. И давайте тут мы сейчас вылезем и попробуем найти гравий хотя бы, да? Ну, что-то я тут вообще нифига не вижу ни гравия, ни шахта какая-то странная немного. Тут есть хотя бы какой-то проход... Охренеть, ребят. Даже тут есть факел. Ребят, даже тут есть наш факел. Я нажал, можно сказать, в любую точку на карте. В любую... Ух, нихрена себе. Нихрена себе. Ребят, я, можно сказать, нажал на любую точку на карте. И чтобы мы туда пошли в шахту. И даже вот тут, в этой шахте, ребята, есть наш факел. Офигеть. Ах. Да, то есть мы уже... там босс. Босс, нам нужны алмазы. Но там босс. Ладно, не будем мы туда идти, ребят. Все-таки собрались мы тут быть. Будем мы тут. Ну, как бы в шахте, да. Может, алмазики найдем. Капут, даже тут мы уже были. Офигеть. Где мы тогда еще не были? Не, ну вот это лопата, это вообще сдуреть можно. Так. Ну чё, фосил, давай думай чё-то, у нас нереальная лопата. Нет, там уже... У-та-та-та-та-та-та-та, валим отсюда. Так, давайте пойдем куда-то вот сюда. Я уже, ребят, не представляю, куда нам идти. Мы везде уже были, где почти что только возможно. Давайте пойдем куда-то, фиг его знает. Давайте пойдем в другое место, например, вот сюда. Главное, нет, не шлепнусь. Так, ребята. Выкинула. Ладно, давайте мы пойдем до Райкваза. Это Абра, да? Райкваза. Абра. Один алмаз. Ладно, так. Пойдемте мы куда-то, да. Пойдемте мы, ну давайте сюда. Райквазу не будем мы ловить, нет смысла. Да ну нафиг, да ты чё прикалываешься, где тут вообще... Ладно. Ладно. Слушайте, да чё, опять какое-то нашествие Райкваз. Нет, это может, конечно, офигенно, но лучше бы Граудон какой-то там заспавнился. 33 Райкваз, ладно, короче. Так, это какая высота у нас? 35-я. Ну, давайте попробуем. Да идите вы в жопу, да вы чё? Ладно, если бы Райкваза у нас не было, но... Но это уже капут. Охренеть, как эта кирка... Как эта лопата тратится. Ух ты. Куда я кинул вот этот? Так, ребята, опять выкинула. Опять криты были. Ладно, идем и дальше. Куда мы сейчас можем пойти? Нужно было все-таки зачарить нашу, как ее там, лопату, да, на не ломаемость, или как она там, на прочность, да, потому что просто-напросто она, конечно, она нереально быстро копает. Это я согласен.
Ребяточки, зато мы нашли фозил. Нашли мы. Так, вот может. Ну да. Зажралось. Ну не тоже зажрался, да? В одном месте два фосила. Хочу найти. Ребяточки, нашли мы фосил. Так, ладно, давайте. Это офигенно, ребята. За то, что мы нашли фосил, это просто отлично. Честное слово. Выкинул, крашнулось где-то вот тут, но зато можно сказать, мы нашли фосил. Так, отсюда мы пришли, сюда мы пошли. В какую сторону мы можем пойти? Да, так. Ребят, да давайте еще поищем. Можно сказать, эта серия будет у нас... Да куда ты... То есть мы будем искать фосил? Ну, может, где-то еще один найдем, если поищем, в принципе, посмотрим. Так, куда бы нам пойти сейчас? В принципе, мы можем пойти сюда, и мы можем пойти вот сюда. Что тут у нас будет? Вот, тут есть еще гравий. Лопата офигенная, но действительно, она уже почти что потрачена. Ну, поломалась, да? Прочность потратилась очень быстро. Ну, понятно, с такой скоростью, как она копает, это сдуреть можно. Так, еще гравий. Так. Вдруг да будет. Ну, как бы еще один фосил. Вряд ли. Тут он его уже не будет. Мы бы так сразу, наверное, его увидели, так как он сразу на начале, можно сказать, появляется. Вот лопата, конечно, ты как-то очень быстро тратишься. Ну, в принципе, сколько мы уже скопали этого фосила, да? Гравия, чё-то. Да, она... Ну, смотрите на эту скорость. Это сдуреть можно. Ну, чё ты. Ну, в принципе, один фосил, ребят, мы уже нашли. Это уже, можно сказать, отлично, так как... Сделаем мы себе кабутопса, допустим, да? А... Ладно, давайте ещё сюда сбегаем. Чё тут? Нифига тут нету. Ну, давайте, я так думаю, уже домой. Пойдём. Ну, давайте куда-то вот сюда, например. Что там, ночь? Да. Ночь. Так, вот это. Куча тут. Так. И пойдем мы вот сюда. Фосил, ребяточки. Так, да, я так думаю, можно его сразу же, ну, поставить, делаться. Кто там он? А, Пикачу. Так. Можно его сразу поставить, ребята, так как... ну, чтобы он там очищался. Хотя... Нет, сейчас. Сейчас. Посмотрим, кто это вообще. Так. Ну давай. Ну. Нет. Какая у нас там было 5 алмазов, да, мы меняем на другой какой-то фосил. Так. Вот. Давайте возьмем себе кабуту. А этот поставим. И 5 алмазов. Вот сюда. Так, ребята, есть у нас еще один фосил покемон.
Сейчас мы его поставим вот сюда. И давай. А мы пока что пойдем в пустыню, пока он там делается. Вот, в принципе, нормально, ребят. Мы так нашли еще один фосил. Ликитунги. Ликитунги. Они там друг с другом. Ну да, нет, сначала подожди немного. Там у нас босс. Если он только не в земле, на что я... Он... Нет, он не летающий. Вот он. Так. Ладно, не того я вызвал. Так. Ну, в принципе... О, там еще один. Но он в земле. Да, этот в земле. Так, ну давайте попробуем. Ух ты! Как ты ему... Давайте ультрабол. Нужно делать опять ультраболы, потому что толком нету их. Да, ты вообще залазить не имеешь желания никакого. Ты... Нет, не ран, не так. Давайте вот этим попробуем. Нет, но вот этим не знаю. О! Так. Нужно, я не знаю, ребят, сколько нужно делать вот этих ультраболов, чтобы всех половить. Что-то они последние... Ну, что-то они вообще никак не хотят уже залазить в эти ультраболы. Давайте еще попробуем вот так. Вот, ну написано спит. Ну, если спит, то... Отлично, ребята, словили мы его. Словили мы вот этого. Так, ну, я не знаю, сделался ли там вот тот. Посмотрим сейчас. Нет, еще нет. Так, сейчас. Сейчас. Так, вот, нет. Сейчас, дайте подумать. О, ну, в принципе, пока я там... Вот это заспавнился еще один. Где он? Ну... Ну, что-то... Все. Так, отлично. Еще один алмаз. Вот так. Там еще один. Где он? В земле. Нет. Еще один алмаз. Так, вот сейчас, ну, в принципе, электрода мы уже можем поставить в компьютер, Тортеру тоже. Давайте поставим. Так, и давайте... Нет, сначала давайте... Хотя, что мы можем продать? Толком еще пока что ничего. Давайте их поставим в компьютер уже. И на прокачку возьмем, кого мы тут можем взять. Это Хитмончан, Венуната Шайни, Шайни Нумела. Тут еще есть Шайни Литвик. Так, ладно, будем их прокачивать. Вот. Так. А Кабутопса? Что мы с Кабутопсом делать будем? Ладно, потом его прокачаем. Потом мы его прокачаем, ребята. Где ультраболы?
И давайте заберем мы Кабуто. Кабуто, да. В принципе, ребята, отлично. Еще один фосил покемон. Это, можно сказать, просто офигенно, так как нам еще остался еще один фосил покемон, которого мы потом поищем. Попытаемся хотя бы поискать, да. А вот сейчас давайте пойдем в пустыню. Там как раз у нас покемон-босс, который в земле. Так, давайте вот. Капут это копает быстро. Мы походу... Нет, он... Нет, не вот это. И не вот этот. Ух ты. Это высота какая? 37-я, ребят. И так, так и хочется это все скопать. Нужно чинить опять. Вот, нужно чинить лопату, потому что это капут. Нет, тут нету. Ну, на такой высоте, как бы, они, наверное, спавнятся, но не так... Не так часто, можно сказать. Чё, он уже... Нет, он еще не пропал. Это какая... Ай, так, ну, в принципе, это такая же высота. Давайте куда-то пониже спустимся. Это, ну, это тоже такая, 36-я. Да куда ты? И пойдем мы, ребята, чинить нашу лопату. Да, нужно ее починить. Чё тут у нас? Чё тут есть? Так, давайте вот сюда. 24, 23. Так, вот тут уже оно может и... Просто мы сейчас так копаем, и тут столько гравия, что лопата просто сломается, и нужно будет новую делать. Нет, тут уже нету ничего, ребята. Так что давайте идем-ка мы домой. Ну вот то, что нам... В принципе, можно сказать, не хватит уровней вообще никак. Вообще никак не хватит. Там, наверное, сейчас столько уровней нужно, чтобы ее починить. 23. Нормально. Ну, в принципе, у нас 3 уровня осталось, ребята. Вот сейчас нужно... Сейчас нужно ее зачарить. Пока что, наверное, мы все-таки не будем еще на одного... вот этого... Фосила охотится, копать столько много. А может взять немного уровней наберем. И потом может... Так, опять туда мы идти не будем. И потом может... Уже пойдем еще на одного фосила. Искать, ну как бы искать еще одного фосила, да. Так, это сейчас мы все выкинем. И пойдем мы в шахту. Уф, какую в шахту. В пустыню, да. Ну, или. Ну да, еще можно немного в пустыню пойти. Может тут кто-то, какой-то хотя бы босс заспанится. Чтобы немного прокачать наших шайни. Шайни Венунат. О, там босяра. Венунат, вот как раз шайни. И Нумил. Сейчас мы их попытаемся прокачать быстренько. Так, этот не в земле. Так, куча... 2 алмаза, ребят. Нормально, можно сказать. Два алмаза. Нам еще там приблизительно 20 осталось, если... Можно сказать, даже чуть-чуть меньше, я так думаю.
чем 20 алмазов. Ну, что-то у нас уже никого нет. Давайте еще, может... Тут вот я что-то немного рискую вот сюда тпхаться. Так как может выкинуть или... Уже немного подвисло. Это кто там у нас? Пикачу. Да, уже немного вот так. Ну, ну давай, ну тпхнись. Фу. Так, ребята. В принципе, я думаю, на этом уже мы можем закончить эту серию. Сколько у нас там еще есть покемонов, которые мы можем прокачать? Кабуто, Литвик, этот, 1, 2, 3, 4, 5 покемонов, которых мы еще сможем прокачать, считая с этими, что сейчас у нас есть, 8. То есть, ребят, 8 покемонов, которые нам сейчас нужно прокачать. Которых, да. И, в принципе, нам еще нужно будет ловить покемонов. Не знаю, сколько там осталось, 30 с чем-то. И, ребят, на этом, наверное, мы уже закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.